Любомир Борода – ініціатор створення клубу «Бороданів Миколаєва», блогер, власник бренду чоловічої косметики та аксесуарів. Доброго ранку. 1 вересня – Всесвітній день бородунів. Безумовно, я не могла вас не запросити до нашої ранкової студії про це поговорити. Я знаю, що буде відбуватися свято, присвячене цьому. Про свято трішки пізніше. Хочеться поговорити про бородунів. Чому ви вирішили відростити бороду? От розкажіть свою історію. Да? Сьогодні ви можете називатися найпривабливішим чоловіком, тому що у вас є борода. Розкажіть свою історію. Здравствуйте всім. Ой, це було давно, це, наверное... Середина 90-х годов, просто занимался, ну, увлекался панк-рок-музыкой, до сих пор ее увлекаюсь. Ну и, соответственно, какой-то брутальный должен быть панковский вид. И мне все время нравились какие-то такие, тогда это называлось сиэтловская бородка, такая она небольшая была. Но и с тех пор, в принципе, никогда борода с моего лица не исчезает. И не было даже думки, что она мае зникнуть? Не, она иногда, ну, как бы пропадала. Были такие моменты, что я ее сбривал, но после того, как я побрился, я не брился, ну... Опять, как бы можно сказать. То есть сбрил, обновился, и опять что-то отрастает. Они были разные. Были реально там какие-то бороды, были какие-то баки просто там интересные, либо просто посередине бородка, борода без усов, но все время какая-то борода у меня присутствовала. Я от збирала, знаєте, запитання від наших глядачів, від хлопців. І найпопулярніше, як доглядати за своєю бородою. О, зараз ваші рекомендації і поради з цього приводу. От що ви можете порадити? І чи кожному вона личить? Безумовно, що ми там жінки, нам видніше, краще, а от ваша думка, чи кожен... Ну, з бородою треба, за ней треба так же ухаживати, як і якщо ви бреєтесь. Угу. Тобто борода требує великого уходу, все-таки це волосся, які знаходяться в зоні риска, так сказати, там, де ми приймаємо пищу і прочее, плюс пот, який скатується з лица, він весь залишається на бороді. Соответственно, це... Хорошие средства гигиены, вот, какой-то уход, плюс куча специальных средств по уходу. Они состоят в том, что это натуральные средства, которые помогают напитывать кожу, потому что не попадает ультрафиолет, мы закрываем это волосами. Вот, плюс помогает росту волос, здоровым волосам. То есть это то же самое, что волосы на голове, как каждый подбирает себе шампунь, каждый постригает, равняет кончики, борода, все то же самое, даже еще сложнее. А мы, щенки, думали, что это просто. Мы думали, что нам складно. Послухайте, сколько всего. Все просто у бомжей. Ну, теж там все довольно непросто, але не про це. Клуб бороданів в Миколаєві. Розкажіть про нього. Яка кількість уже туди входить гарних чоловіків і взагалі історію його створення? Я от в прошлом году вже розказував, у нас нету какого-то штаба, вот, чтобы мы там делали перекличку, да, наши бородачи. Клуб бородачи Николаєва – это бренд, можно сказать. Так, и люди, которые живут в Миколаєві, им нравится бородата культура, они... Що таке бородата культура? От що таке бородата культура? Розкажіть. Ну, це брутальні мужики. Ну, що тільки лише брутальні мужики можуть бути з бородою, ну, вибачте. Скорее всего, талантливые, мастеровитые, с какими-то интересными влечениями. Потому что чаще всего бородатый человек, если он не просто отрастил бороду в качестве тренда, ну, вот, а по жизни да. бородат, он все время чем-то увлекается. Какой-то интерес человека. Это поэт, писатель, мастер на все руки, хендмейд и прочее. И, соответственно, творческие люди. А клуб бородачей Николаева мы просто для того, чтобы как-то понять, что мы есть, мы время от времени выпускаем наши фирменные футболки, там тираж таких, тираж других, третьих, там, ну, разными выпусками. Ну, як він був організований, цей клуб? Якщо це не штаб-квартира і, безумовно, там по головах ніхто нікого... Інстаграм, Фейсбук, соціальні сеті, мой відеоблог, ну, от таким образом. Какие-то хештеги, которые нас объединяют. И вы так обмениваетесь, да, какими-то цисканками, футболки выпускаете. Что еще? Вот что еще? Вот чем? Нетворкинг. То есть мы друг другу помогаем. Ну, допомогли організувати свято, яке відбудеться 1 вересня до Дня Бороданів. Розкажіть про нього. І чи можемо туди прийти ми, жінки, просто подивитися на гарних чоловіків? Розкажіть. Прийти може хто угодно. Ідея була давно. От, в прошлом году поздно сообразили. Вот, и буквально за неделю мы быстро-быстро только поговорили с несколькими заведениями, чтобы в этот день бородачам, ну, был какой-то праздник, и давали скидку в заведениях на кофе, на пиво, прочее, с какими-то договорились. И таким образом мы его, ну, так аккуратненько провели. А в этом году захотелось чего-то большего. Вот, у нас есть группа у Hamsters киевская, они играют классный, веселый, айриш такой, панк-рок. Они несколько раз уже приезжали в Николаев, и так сложилось то, что всегда клуб бородачей, когда празднуют именно свой праздник, например, внутри
например, день рождения Николаевского клуба бородачей. А у Хамстерс были здесь. И получилось то, что они связаны со всеми нашими mm-hmm. праздниками. Вот. И заведение «Мертвый кролик», которое тоже спрашивало у меня, например, как ты смотришь на то, чтобы привести вообще у Хамстерс Николаев именно вот в наше заведение. Они там никогда не выступали. И как-то так звезды сошлись, то, что получилось объединить Всемирный день бороды, у Хамстерс, «Мертвый кролик» с их классной локацией, крутой программой. И мне очень хотелось, чтобы Николаев вообще, ну, как-то больше отпраздновал этот бородатый праздник. Он празднуется во всем мире, но вот в Украине его раньше хорошо отмечали в Одессе, пока главный инициатор не стал варить пиво и не ушел в эту культуру. Изначально фестивали были, фестивали, там были масштабные, конкурсы, не да, и захотелось сделать такое в Николаеве. Вот. И вот в этот раз будет уже, мы пригласили Дмитрия Верховецкого, это основатель сети барбершопов «Фризер». Это самая большая сеть по Украине, плюс уже 2 барбершопа в Польше открылось, то есть, ну, а сам он николаевский. Вот. Он приезжает с Киева специально этот праздник в качестве там почетного гостя. Мы выставляем модуль фризера, стрижем в течение дня на улице Соборной людей бесплатно. Тобто ви зараз говорите, що люди можуть приходити на Собор? Да, можуть приходити, стрижці будуть приглашати на праздник. Чоловіки чи жінки? Ну, нема розподілу. Ні, чоловіки. 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 А вечором уже к нам приїжджает Вова Дібчак, это основатель, ну, називається перший мужицький бренд в Україні по бородатой косметике. То есть брендов несколько, но это человек, которого знают уже за пределами Украины. Вот, он приедет с Харькова специально к нам на праздник тоже в качестве вот специального, ну, как специального почетного гостя. И мы будем устраивать конкурсы. Много людей, которые делают косметику или как-то задействованы в бородатой культуре. Например, вот Андрей Берест, он делает ножи, он сделал там такой мощнейший железный сертификат. Теж просто відомий там. Бородань нашого да. міста Миколаєва. Так. І будуть проводитися конкурси на лучші там бороду, уси і прочі, і награждатися подарками. Девушки могут приходить, не бородатые люди, но там будет дресс-код. Можете либо приклеить. Им на входе будут что-то приклеивать, да, либо да, давать картон, либо что-то рисовать. Ну, то есть надо быть бородачом. А вот щодо конкурсу, по каким критериям будут выбирать найкращого бородання Миколаєва? А мы посмотрим по людям, которые придут. А вообще конкурсов много. Самое пышное, самое ухоженное, самое рыжее, самое длинное. Очень много варіантів. Ну, а от ви б на яку претендували? От, який би ви хотіли собі приз отримати? Ну, який-небудь приз зрительських симпатій. Ні, у мене супербороди, щоб я мог бодатися з іншими. Ну, він у вас вже є, наш приз. А от щодо ще клубу бороданів, ви спілкуєтеся із українськими, і закордонними клубами? В них теж там ну, так розвинута ця така культура бородата, чи ні? От, з границі сильно розвита, але там мені не дуже подобається їх філософія. А то яка у них філософія? Ну, саме, якщо сильно об'єднані, які клуби бородачі, вони займаються благотворительністю і допомагають мужчинам з заболівання рака яєчок. Мені здається, що це не зовсім брутальна тема. І, ну, це добре, але я не вважаю, що бородачі всього світу повинні ради яєчок об'єднятися. Поэтому мне хочется чего-то более, более высокого. А, высокого. Я вам дякую. Отож, нагадаємо, що 1 вересня, Всесвітній день бородання, ви можете його відзначити, приходьте на Соборну, це вже буде масштаб такого фестивалю. Я вам щиро дякую за організацію і вітаю з прийдешнім святом вас, як одного з найголовніших бороданів нашого міста. Любомир Борода був у нас в гостях.